Друзья мои в Инстаграме, для вас я хочу объявить вот конкретно, потому что тот, кто у меня ВКонтакте, в Фейсбуке или подписан на канал, уже знает, что целый год, как я забрался вот в эту глушь, в лес, я даю ролики, связанные с нейропсихологией. Не вот это бла-бла, психология Фрейда. Да, когда-то я учился в университете, Фрейд был для меня бог. Потом я узнал, что это был наркоман, что он не мог решить свои проблемы до 30 лет. Да и потом, что не он был умный, он много чего такого понаписал интересного. Но как практик никакой. Потому что нейропсихология, которая вот на рубеже 20 и 21 века возникла, потому что МРТ, потому что компьютерная томография, потому что ставит опыты, эксперименты. А сколько накоплено знаний, как устроен мозг, вот все эти доли, вот эти все поля, подполя. Каждая часть мозга препарирована и знаем мы, за что она отвечает. И не какие-то эзотерические тонкие тела, духи или еще какая-нибудь нечисть, а четко мозг, как мозг работает. И мозг – это вот такая система, которая сидит у нас в черном ящике, получая информацию через сенсорные сигналы, преобразовывая ее, создает тот мир, в котором ты и я живем. Мы в разных мирах живем, хотя эта реальность у нас практически одна и та же. И вот этот разный наш внутренний мир, насколько экологичен? Ведь я, когда проходил практику в университете, сидел с этими в дурке, а не зеленые человечки. А сейчас я посмотрел в интернете, у людей зеленые человечки. Они могут вспомнить свои прошлые жизни. Но это чистая шиза. Палата номер 6. Да, точно. Друзья мои, давайте-ка заниматься научной психологией, нейропсихологией, которая связана с работой нашего мозга, наших нервов, нашей всей системы, а не всякой дурости, регрессии, прошлой жизни или пережуйте детские какашки. Подписывайтесь на мой канал. Смотрите, что я там вам говорю. А говорю я вам по делу. И даю хорошие примеры. На связи.